Я помню, клетку изучали, и на арбуз нам указали, что клетку видно у него без микроскопа всем давно. Потом отец кирчи принес, арбуз веселье началось, а мне его никак не елось, и объяснять мне не хотелось, что клетка эта ужасает, и видно, что она живая. Так мне когда-то возражали, любая пища ведь живая, что толку вегетарианцем быть, ведь все равно растет и хочет жить. Конечно, соя идеально, но все спасибо за внимание.